Каждый год филиал Московского педагогического университета выпускает порядка 250-300 человек, 15% которых – обладатели красных дипломов. По традиции, на итоговом мероприятии студенческого совета отличившихся вузовцев благодарят за активность и отличную учебу. Состав МПГУ – настоящая кладезь талантов – поэты, танцоры, художники и исполнители песен. Мы считаем, что за эти 20 лет мы дали возможность студентам получить высшее и среднее профессиональное образование. А это будущее, а это работа, а это карьера, а это будущие планы на жизнь. Поэтому самое главное то, что сегодня молодежь имеет возможность получить хорошее, качественное образование и диплом Московского университета на территории нашего города. Ну и, конечно, возможность развиваться, возможность реализовываться, возможность воплощать в жизнь самые свои смелые студенческие, молодежные идеи. 2018 год объявлен годом волонтера в России. Анапский филиал педагогического университета ведет активную работу в добровольческой сфере. Социально значимый проект «Мы помним прошлое, спасибо за будущее» был подготовлен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Студенты ежегодно принимают участие в поздравлении ветеранов. Все участники проекта закреплены за пожилыми людьми и оказывают им различную поддержку. Цель этого проекта – это помощь пожилым людям, бытовая помощь, социальная помощь. То есть я очень благодарна своим ребятам. Они независимо, есть ли время, нет у них времени, то есть они уделяют особое внимание этим людям, и люди благодарят. На итоговом мероприятии студенческого совета университета студенты собрали капсулу времени. Каждый положил в нее послание будущим студентам или значимую вещь, олицетворяющую университет. Ее откроют через 5 лет. Приятным завершением мероприятия стал праздничный торт. Педагоги вуза уверены, следующие 20 лет будут такими же продуктивными и насыщенными. В ближайших планах МПГУ развивать волонтерское движение и студенческое самоуправление, а также открывать новые востребованные специальности. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.